Рассказывая о Баден-Бадене, можно каждое предложение начинать со слов «знаменитый и великий». Весь воздух и вся атмосфера этого немецкого курорта, наряду с его целительными свойствами, пронизана именами королевских особ, знатных вельмож, великих полководцев и великих русских писателей. Так что, если говорить в двух словах, то здесь бывали все, или почти все, имена которых знают все. Баден-Баден своей природной красотой и гармоничностью на протяжении многих веков обладает магнетическим свойством. Сколько раз мы бывали в Германии, столько раз возвращались сюда. Мы посетили практически все достопримечательности города и его окрестностей. Этот немецкий курорт подробно описан и в романах, и в справочниках. Летняя столица Европы, знаменитый Баден-Баден, расположен на западных склонах Шварцвальда, на юго-западе Германии. Его население чуть больше 50 тысяч человек. Летний сезон длится с мая по октябрь, когда здесь проходят музыкальные фестивали и концерты. Остальное время можно назвать бархатным сезоном. Это один из самых престижных и обласканных элитой курортов мира. Основанный римлянами 2000 лет назад, город в XIX веке сыграл особую роль в русской литературе. Здесь творили, читали свои произведения и проигрывались в казино великие русские писатели. Баден-Баден хорошо помнит Гоголя и Толстого, Достоевского и Тургенева. Бывал здесь и Антон Павлович Чехов. Здесь исторически много русских. Не исключено, что свободный и вкусный воздух Баден-Бадена питал нашу творческую интеллигенцию, открывая писателям талантливые слои атмосферы, а ось земли раскручивалась колесом рулетки. И главный спектакль разыгрывался здесь, в самом красивом казино мира. И, как положено хорошей пьесе, количество зрителей в разы превышало игроков. Минеральные термальные воды – главное богатство Баден-Бадена. Еще древние римляне распознали целебную силу местных источников. В 214 году до нашей эры здесь располагались купальни римского императора Каракалы и центр восстановления здоровья для римских солдат. И мы, бывая в Баден-Бадене, всегда старались найти возможность для отдыха и реабилитации в минеральной воде бассейнов Каракалы. Баден в переводе с немецкого – обозначает «чтобы купаться». Города с таким названием есть и в Австрии, и в Швейцарии. Немецкий курорт называли Баден в Бадене 16 века, но официально город добился своего двойного названия лишь 1 сентября 1931 года. Самый центр курорта – фонтан на Леопольдплац. На площадь выходит вилла «Виктория». В прошлом – роскошный отель, где останавливалась английская королева. Популярным для российской знати курорт стал после того, как Александр I женился на баденской принцессе Луизе, будущей императрице Елизавете Алексеевне. И в аристократических кругах стало модным ездить в Баден-Баден на воды, что исцеляет от всех болезней. Хотя приезжали исключительно здоровые люди, чтобы веселиться и играть в казино. И сейчас этот уютный немецкий курорт выбирает для отдыха и лечения короли, принцессы, политики и звезды. Благодаря горячим минеральным источникам и чистому воздуху сосновых лесов, климат здесь мягкий, как на Средиземном море. Здесь теряют счет времени, наслаждаясь красотой изящных особняков, свежестью фонтанов и живописной зеленью Лихтентальской аллеи, главного парка Баден-Бадена, протянувшегося вдоль реки Оос. Мы бывали здесь и под Новый год, и летом, и в период цветения магнолий. Такую комфортную для души и тела атмосферу мало где встретишь. Не случайно здесь проживает самый высокий процент миллионеров и чаще встречается приятная, довольная собой и окружающим миром публика. И одно можно только искренне пожелать Баден-Бадену, городу литераторов и королей, великих актеров и простых миллионеров, чтобы сумел он сохранить свою сказочную миниатюрную прелесть,
чтобы не коснулись его эпоха великих перемен, грандиозной стройки и перестройки, чтобы смог он и в дальнейшем оставаться глотком свежего воздуха, жемчужиной Германии –